Дни с 22 мая по 15 сентября в Искитиме объявлены периодом особого внимания к безопасности на воде. Особенно к купальному сезону готовятся на спасательной станции. Здесь прошла ревизия оборудования, проведена подготовка к его эксплуатации. На лето в штат дополнительно приняты матросы-спасатели. Будет выставляться дополнительный пост в микрорайоне индустриальном, где дом ветеранов. То есть будем там дополнительно дежурить. Вот, составлен перечень нужных средств для этого поста, то есть согласован. В районе коммунального моста на Берди расположили буйки. В неорганизованных местах отдыха разместили знаки, запрещающие купание. А на спасательной станции – баннер, который по замыслу авторов никого не оставит равнодушным. Установлена кнопка «Мобильный телохранитель». При какой-то опасности мы вызываем сотрудников охраны. Они по договору? Да, они в быстрое время к нам приезжают. Отделом благоустройства и дорожного хозяйства проведена очистка пляжей от кустарников и мусора. Но на этом подготовка к купальному сезону не завершена. Подготовить пляж к купальному сезону необходимо не позднее 10 июня. То есть выполнить тот объем работы, который запланирован распоряжением главы города. Ну, я думаю, что это реально. Из оставшихся работ – установка общественных туалетов в местах организованного отдыха и проведение аттестации матросов-спасателей, которая пройдет 7 июня.